Самые доверчивые знаки зодиака, которые от этого еще и страдают. Наивные и доверчивые, так говорят про людей, которые верят всему, что им рассказывают, даже самым явным небылицам. Их легко обмануть, поэтому часто становятся жертвами мошенников. Если обман раскроется и они поймут, как с ними поступили, то не факт, что в следующий раз не наступят на те же грабли. Конечно, каждый человек в какой-то мере может стать доверчивым и не заметить подвох. Но для представителей некоторых знаков зодиака это особенно характерно. Кто же они? Самые доверчивые знаки зодиака. Стрелец. Общительные стрельцы легко и быстро заводят знакомства. Не всегда среди них бывают только доброжелательные граждане. А если учесть, что представители этого знака еще и очень добрые, то выманить у них деньги совсем легко. К сожалению для самих стрельцов, такой доверчивостью они страдают постоянно. И естественно предположить, что с этим нужно срочно что-то делать. Рак. Они близко принимают к сердцу беды других людей, особенно если это будет жалостливый рассказ. Готовность поделиться последним нередко играет неприятную шутку с раками, потому что в результате такой доверчивости из дома могут пропасть многие ценные вещи. Причем отданные своими же руками. Ракам нужно быть более переборчивыми в общении с разными людьми, ведь токсичных и корыстных людей встречается им достаточно много на пути. Рыбы. Они хотя и молчат большую часть жизни, но действовать им это не мешает. Если удается убедить рыб в важности того или иного дела, то они могут полностью довериться своему визави. Обман или розыгрыш скоро будут вычислены, а обидчик вычеркнут из списка друзей раз и навсегда. И все же согласитесь, доверчивость – не самая худшая черта характера. Если к таким людям обращаться с искренними просьбами, то всегда можно найти сочувствие, поддержку и помощь. Это прекрасно. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.